приняли хорошо. Конечно, есть определенные недочеты в организации, но связано с тем, что турнир проводится в первый раз по традиционному тхэквондо, а у нас немножко другие организационные моменты, немножко другие правила, не всегда это привычно. И то, что Волгоград недавно к нам вступил и принял вот такое решение сделать турнир всероссийский, это очень хорошо, потому что это обозначает то, что мы развиваемся постоянно. Наличие новых регионов – это наше развитие. Тхэквондо развивается очень хорошо, есть много федераций, они между собой конкурируют. Это уровень тхэквондо позволяет поддерживать на очень приличном уровне. То есть, если взять, для примера, тхэквондо ИТФ федерацию, это постоянно первое, либо второе, там третье, может быть, это самый плохой вариант, общекомандное место на Европе или мире. То есть тхэквондо в России развито сильно, огромная конкуренция. И вот данный турнир не исключение, хотя здесь, конечно, представлены спортсмены-любители, то есть здесь нет профессионалов. Пермь привезла сюда 19 спортсменов. В основном это спортсмены, которые через год-два станут новым поколением сборной Пермского края. Результаты неплохие, в общем-то. Неплохие. Это, конечно, не понятно, что не первый состав пермский, но вполне конкурентоспособный. С олимпийскими видами спорта там не так все, не то чтобы гладко, не все так прямолинейно. Дело в том, что бы ни говорили, олимпиада и профессиональный спорт – это политика прежде всего. Поэтому уровень подготовки спортсменов или уровень квалификации тренеров играет незначительную роль, к сожалению. То есть я сам заслуженный тренер России. Я знаю, что уровень квалификации тренеров или спортсменов на международных соревнованиях играет меньшую роль, чем взаимоотношения в федерации или отношения принимающей страны, например, к российским спортсменам. Поэтому здесь можно гадать на кофейной гуще сколько угодно, предсказать невозможно. Вот. К несчастью, сейчас такая ситуация, и я лишний раз подчеркиваю, мы все-таки в нашей федерации делаем упор на любительский спорт, потому что даже вот в сегодняшней неспокойной обстановке спортсмены-любители из разных стран, даже те, которые считаются недружественными, они проявляют абсолютно нормальное человеческое отношение. То есть они готовы соревноваться, готовы встречаться. У нас по любительскому спорту нет никаких запретов и никаких резких политических заявлений со стороны даже, таких, например, федераций, как Федерация Британии или Польша. Абсолютно нормальные люди, не связанные с политикой. Я думаю, поэтому будущее любительского спорта в ближайшие годы, оно значительно более светлое, чем будущее профессионального спорта. К несчастью, это так же. А может быть, к счастью, наоборот. Волгоград – прекрасный город для того, чтобы без пропаганды почувствовать величие русского народа, российского народа и всю глубину нашей истории. То есть никакой пропаганды. Волгоград сам по себе уже подталкивает к мыслям о нашем великом прошлом. Была приглашена команда профессиональных судей. Вот я приехал, потом у нас из федерации дали возможность оказать помощь и в организационном плане. Я считаю, проходит все хорошо. Вот, турнир состоялся, вот, работа ведется, мы в графике, и ребята показывают хороший уровень. И поэтому я думаю, что это первое начало вышло не комом, а прекрасно. Тхэквондо – это одна из самых многочисленных федераций, в разных версиях, с разными правилами, но в любом случае, даже там, смотря на разные федерации, это огромное количество занимающихся, в первую очередь детей, которые, как сказать, получают хорошую физическую форму, подготовку и показывают очень хорошие результаты. На Олимпиаде мы не сможем побеждать, потому что у нас не олимпийские виды, в основном это тхэквондо ВТФ. А
чтобы выступать на чемпионатах и первенствах мира, нужно увеличивать количество, качество спортивной базы, вот, проводить качественные турниры, вот, и растить, ну, работать с тренерским составом, и все будет хорошо. Мы занимаемся еще обучением местных судей, это очень важная вещь. То есть у нас есть ребята, которые давно судят, и есть местные, которые проходят здесь в настоящее время практику. Конечно, ошибки есть, где-то то, чему приходится учиться. Но в целом я считаю, что это, они показывают хороший результат, стараются, и я считаю, что это прям позитивная, большая, хорошая оценка. Везде требуется квалификация. То есть неважно, какой спортсмен, судья должен быть квалифицирован. Иногда даже начинающих спортсменов тяжелее судить, потому что у них очень много ошибок, и это, если там спортсмены высокого уровня допускают там одну-две ошибки, то здесь ошибок много, и надо смотреть, кто из них все-таки лучше. И поэтому нужна общая квалификация судейского корпуса, и тогда спортсмен будет получать, ну, квалифицированную оценку, у него не будет обиды, а будет желание развиваться. Мы привезли 11 бойцов. Общее количество медалей мы сейчас сказать не можем, потому что бои продолжаются. Но в нашей копилке есть и первые, и третьи места. Ни один ребенок не уехал без наград. А некоторые ребята завоевали и первые, и вторые, и третьи места в личный зачет. На своей земле выступать проще, но наши ребята привыкли. У нас в городе еще не было такого уровня и масштаба мероприятия. Оно еще только предстоит в сентябре. Особенно переживают, конечно, малыши. От 5 лет у нас девочка выступала. Ей требовалась и мамина поддержка, и наша, конечно же. Ну, а ребята постарше, они уже, конечно, знают, что нужно выйти как в последний раз и сделать все красиво. Мы были летом прошлым в Волгограде, посещали Мамаев курган, а вчера нам удалось побывать в нем вечером. Это эмоции, которые мы получили, не передать словами. Первая — это золотая, это у меня по мягким палкам, я дрался, 2 боя у меня было. Второе место — это у меня по спаррингу, я в первом бою выиграл, а во втором проиграл. Скорости не хватило, нужно было быстрее бить, быстрее работать ногами и руками тоже. На палках очень легко драться, они развивают технику, скорость. Спарринг чуть-чуть потяжелее, потому что там нужно ногами, руками работать, двигаться быстрее и сильнее бить. Я хочу стать чемпионом мира. Победители, есть призеры. Ну, в общем, я не подсчитывал количество наград. Это я буду подсчитывать уже по приезду. Команда приехала из 9 человек. Недочеты бывают на каждых соревнованиях. Но это мелочи на самом деле. В связи с тем, что судейский корпус очень молодой, еще не опытный, не обкатанный. Я думаю, здесь они немножко шишек немножко понабивают. Но, естественно, это будет с каждым годом улучшаться. Поэтому я считаю, что в принципе уровень был хороший. Тхэквондо сейчас очень хорошо развивается, и у него еще очень большой потенциал. То есть сейчас есть очень много молодежи, которые немножко оторваны от спорта, так как в связи с развитием гаджетов многие молодые люди как бы засели за компьютеры. Вот. Наша задача их немножко отвлечь от этого и занять, так сказать, физкультурой, ну, конкретно тхэквондо. Турнир мне очень понравился. Мне кажется, что он прошел удачно.
Общая картина турнира. 400-420 участников приехали с разных уголков нашей страны. В общем, приехало много команд с северной части, с Урала, центральная часть России, также южная часть, с Кавказа приехало много спортсменов. Поэтому турнир начался с массового вида спорта. И много ребят стали уже победителями, призерами на чемпионате России по традиционному тхэквондо на территории Волгоградской области. В преддверии 9 мая провели всероссийский турнир. Большие усилия были именно пригласить представителей, участников. Многие отвыкли, что ограничения сняты с проведения больших спортивных массовых мероприятий. И люди начинают, также спортсмены, представители, также родители спортсменов, родственники, привыкать, что можно заниматься спортом, надо заниматься спортом и выступать на соревнованиях. Конечно, состав не может быть равным. Есть фавориты, которые больше тренируются, лучше тренируются, более профессиональные ребята. Но мы не отстаем, Волгоградская область, мы стараемся усилить, расширить тренерский состав нашей федерации, чтобы тренировали не на 100%, а на 1000% лучше, чем в других регионах. Но это более похоже также между тренерами соревнования, кто больше воспитает чемпионов и призеров турниров. В нашем регионе никто этому не мешает. Мое мнение, надо у тренеров убрать лень, чтобы сами тренера активнее двигались, передвигались по нашему городу, также по области, и больше было заинтересовано у них. Проснулся с мыслью тхэквондо и лег спать с мыслью тхэквондо. И растит не только спортивное поколение, патриотическое, культурное, чтобы было приятно посмотреть, чтобы наша молодежь шла вперед, еще и образованной. У нас на данный день, год, очень много хороших специалистов, не только Волгоградская область, очень много по стране, которые заинтересованы в любых направлениях тхэквондо, но надо больше встречаться, дружить профессионально. И есть одна цель – сделать лучших чемпионов нашей страны. Пожелание, как и название нашего чемпионата страны – «Герои России». Это актуально, это патриотически, что наши дети становились героями нашей страны не только в спорте, а в жизни, чтобы могли сказать спасибо большое за воспитание молодого, юного поколения.